Привет! Представим такую ситуацию. Мы нанимаем новых сотрудников на appleinsider.ru, причем люди нам нужны с конкретными навыками и умениями. Скажем, веб-дизайнер с большим опытом работы и соответствующим образованием. Мы люди заняты и не можем выделить несколько дней, чтобы изучить сотни резюме, составленных в произвольном порядке. Нам нужно получить ответы только на интересующие нас вопросы, да и еще по возможности, чтобы процесс был автоматизирован. Неужели такое возможно? После долгих поисков мы нашли самый подходящий вариант. Мы выложили на своем сайте форму в формате PDF, содержащую все необходимые нам вопросы, которые соискатели должны будут заполнить и переслать нам. Чтобы создать такую интерактивную форму, мы воспользуемся приложением PDF Element 6 для Mac от компании Wondershare. Запустив приложение, мы создаем новый PDF-файл и начинаем подготовку формы. Чтобы случайный зритель не подумал, что мы и вправду приглашаем на работу дизайнера, мы представим, что ведем набор сотрудников для англоязычной версии сайта и создадим форму на английском языке. Формы, как видно, могут быть нескольких типов. Это и стандартное текстовое поле, которое мы отведем под фамилию и имя претендента. Также можно вставлять ячейки, которые пользователю предлагается отметить галочками. Кроме того, имеются простые и выпадающие списки, которыми мы тоже воспользуемся. В заключение можно установить вот такую кнопку, которую мы назовем «Отправить», и присвоим ей действие, состоящее в отправке заполненной формы по электронной почте. Итак, мы выложили свою форму, попросили кандидатов присылать заполненные анкеты и получили в ответ несколько сотен писем. Как же нам теперь все это отсортировать? А очень просто. Не покидая приложение почта, мы просматриваем вложенные PDF-файлы, отбираем самые интересные и складываем их в специальную папочку. Затем, чтобы систематизировать данные, мы открываем меню извлечения данных и перетаскиваем сюда все наши файлы. Нажимаем на кнопку «Начать», ждем несколько секунд, и начинается магия. Все извлеченные данные формируются в один файл формата Excel, который немедленно открывается нашему взору. Один клик мыши и все сведения о самых интересных кандидатах на должность веб-дизайнера appleinsider.ru сложены в один файлик. Все, что теперь остается делать, это вызвать каждого из них на собеседование и выбрать наиболее подходящего. Не думаем, что нам когда-то пригодится эта функция, но не можем о ней не рассказать. К примеру, один из соискателей оказался консервативным парнем и прислал нам заполненную форму не в электронном виде, а распечатанную на бумаге. С этими материалами тоже можно работать. Мы сканируем этот документ, открываем его в программе PDF Element 6, а затем с помощью специального инструмента распознаем в нем формы. Оказывается, и на такие чудеса способно данное приложение. Далее проделываем все, что было описано выше, извлекаем сведения формы и сохраняем их в том же самом файле Excel. Разумеется, PDF Element 6 может куда больше, чем все то, что было описано в нашем кейсе. По сути, это самый мощный комбайн для комплексной обработки файлов в формате PDF, который существенно превосходит по функциональности оригинальный инструмент от компании Adobe. Приобрести PDF Element 6 можно по ссылке, которую вы найдете в описании под этим видео. Цена приложения составляет от $59.95, но если вы не уверены в покупке, вы всегда можете воспользоваться демо-версией, которую можно загрузить бесплатно.